Всем привет! Сегодня 15 мая, и вы смотрите репортаж с 8-го чуда света, с Positive Hack Days 8. В 2 дня здесь трамбованы море общения, соревнований, развлечений, все то, чем богат мир информационной безопасности. В этом году на Positive Hack Days говорят о цифровой изнанке, об угрозах информационных технологий, которые буквально опутали нас с ног до головы. И в этих условиях информационная безопасность становится безопасностью всего на свете, от носимых устройств до морских кораблей. Не верите? Оглянитесь вокруг и убедитесь сами. Об интересных докладах, захватывающих мастер-классах и конкурсах мы уже рассказывали в предыдущих репортажах. В этом году, если что-то изменилось, то только в сторону укрупнения. Но глаз всегда цепляется за что-то новое, и Positive Hack Days 8 есть чем удивить. Например, музыкальный фестиваль Positive Hack Days, где публику раскачают сменившие клавиатуру и мышь на музыкальные инструменты специалисты по информационным технологиям, информационной безопасности, или новое прочтение известного телешоу, когда сладкоголосые виндорасы поют свои арии в заслуженном ЦИСа, а те их будут беспристрастно журить. В общем, такого не увидишь нигде, кроме как на ПХДС. Любимая многими часть – это соревнования и конкурсы, которых в этом году аж 50. Это и лазерный лабиринт, и еще более ожесточенная борьба в рамках противостояния, и небезызвестный Тудранг Тухак. Он же наливайка. Мы тоже решили провести свой конкурс для того, чтобы узнать, из чего же на Positive Hack Days складывается весь позитив. И сперва-наперво мы опросили участников. Похек. Взлом. Потому что это конференция об информационной безопасности и ее практических аспектах. Поэтому, конечно же, похек. Пинтес. Пиво. Потому что оно у меня в стакане. Охрененно. Опасность, да, хорошее слово. Здесь очень много опасных ребят. Вот. За ними все время смотрят ребята в штатском. Тоже такие ребята опасные. У нас здесь очень опасные стенды, очень опасные конкурсы. Защита, потому что на этой конференции очень много компаний, которые именно защитой занимаются, мониторингом, защитой. И, наверное, это самая крупная конференция именно по этому вопросу. Защита и знания, как бы в совокупности. Загадочность для, так скажем, людей несведущих покрыта какой-то, знаете, как будто там покровом тайны, вот это все хакерские, там вот эти вот темы, люди сидят там в каких-то подвалах, что-то там вот с закрытыми лицами, там вот это анонимус, все дела. Задержание, точно, хакеры же задержали как-то на ПХДС. Очевидный интеллект, потому что то количество умных голов, которое собирается на данной конференции, пожалуй, не собирается больше нигде. Большой интерес на И. Просто и очереди здоровые, и здесь ребят много, и действительно очень интересные решения, и предложения, и опыт. Товарищество – это во главе любой конференции, включая ПХДС. Тусовка международная, где собираются люди, которым не безразлична информационная безопасность. Как и белые шляпы, так и черные. Технологии, новые технологии. Ежегодно я приезжаю из Таджикистана, далеко прямо оттуда участвую. Очень нравится. А игра? То есть противостояние между игроками. Информация, потому что информационная безопасность. Ну, конечно, это Village. Hardware Village. Веб. Прогноз, потому что здесь рассказ идет все об этом. Ну вот мы и узнали, что является главным источником позитива на Positive Hack Days. Набор неплохой, но вы, дорогие зрители, я уверена, можете придумать что-нибудь получше. Поэтому мы предлагаем конкурс по мотивам старой доброй настолки «Эрудит». Из первых букв слов, напрямую связанных с ПХДС, составьте слово «позитив». Например, вот так. Затем подсчитайте сумму очков за использованные буквы. Ценность букв, бонусы и другие нюансы у вас сейчас на экране и в описании к видео. Напишите в комментарии свои 7 слов и сумму полученных очков. Автор самой результативной комбинации, которая появится до 21 мая, получит ценные призы от организаторов. Приступайте, не теряя ни минуты. А 8-е ПХДС продолжаются, но мы прерываем наш репортаж. Спасибо, что были с нами. С вами работала команда BizTV и я, Тамара Чечеткина. Ставьте нам лайки и оставляйте свои варианты в комментариях.
Ну и напоследок еще немножечко самых ярких моментов ПХ Days. До новых встреч. Пока.